Кредитная карта Альфа-банка бесплатная навсегда сама летит к вам. Моментальная доставка в любую точку России и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах. Это просто самое безумное видео из всех про покупку у собаки всего, к чему она прикоснется в зоомагазине. Это безумнейшее из всех видео, которые мы снимали в своей жизни. Привет, я Эни Мэджик. Да, я опять постриглась, ребята. Я уже жалею, я буду отращивать волосы. Без комментариев, пожалуйста. Мы с Юмичу, да, правильно, Юми, как всегда, поехали в отпуск. Да. Что происходит? Вот скажите мне. Наш перелет был очень длинный, поэтому я не взяла, к сожалению, с собой Софишу, потому что я за нее переживаю, она уже у нас старенькая, и выдержала ли она бы такой перелет длинный, не знаю. Ну, а киса Алиса, понятно, почему осталась дома, потому что она кошка киса Алиса, и дома ей намного лучше, чем где-то. Кажется, дождь начинается. Прекрасное начало отпуска. Кстати, те, кто подписан на наш Телеграм и другие соцсети, уже до выхода этого видео первее всех узнал, где мы. Так что приходите общаться. Мы находимся около большого зоомагазина, и у нас на канале есть очень классная рубрика. Покупаю в зоомагазине все, чего коснется моя собака. Вы эту рубрику очень любите, и я решила, раз уж мы выбрались с Юми в отпуск, и у нас рядом с домом прямо вот такой вот зоомагазин, надо обязательно это снять, потому что из отпуска что мы делаем? Всегда привозим своим близким подарочки. И вот сегодня Юмичу будет выбирать подарочки для кисы Алисы и Софи. По традиции обязательно пишите в комментариях, как вы думаете, сколько денег мы сегодня потратим. Обязательно пишите комментарии, они появляются в ролике. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что 3 миллиона, мы продолжаем идти к нашей цели. Наберем 50 тысяч лайков, и тогда я сниму полный большой обзор того, что вообще здесь есть. Потому что мексиканский магазин сильно отличается от наших. Ой, sorry. 10. Тут есть вот такая вот надпись. It's okay, accidents happen. То есть, если собака ваша накакала, то вы можете за ней убрать. А Юми продолжила традицию Софии. Конечно же, как только зашла, сразу покакала. Поэтому какашечки мы собрали. И вот здесь есть такая вот мусорочка, куда они выбрасываются, видимо. Для начала мы берем тележечку. Я сейчас отпущу Юмичу с поводка. Магазин просто огромный. Я даже не знаю, как мне за ней успевать. Ну что ж, погнали, ребята. Сразу знакомство. Давай, Юмичу, иди вперед. Магазин большой, можешь выбирать все. Окей, окей, она прикоснулась к чему? Оно стоило 159 мексиканских долларов, то есть песо. Юми, сиди, подожди. А сейчас на это скидка 70%, и оно стоит теперь 47. Но вы понимаете, что Юми выбрала? Юми, зачем тебе это? Это одежда для ящерицы? Серьезно, одежда для ящерицы. Вы вообще такое когда-нибудь видели? Это, понимаете, что это, да? И тут еще очень много разных одежд для ящериц. А это свитер для ящерицы. Такого я точно не видела. Это очень интересное начало. Я думаю, что в этом магазине реально, ребята, есть что посмотреть. Так что обзор вам должен понравиться. Набирайте лайки. Юмичу, двигаемся дальше. Пошли. Иди куда хочешь. Какие попугайчики. Привет, ребята. Эти обнимаются. Оу. О, какая милота, они любятся так. А вот там вот крольчонок сидит. Какие милые просто зверята эти морские свинки пушистые. Даже захотелось завести кого-нибудь такого. Вот эти божечки, кошечки. А вот эти просто все вчетвером там спят, малыши. Выбирай, что хочешь, покемон. Я просто слежу за Юмичу. Юми только что задела носом вот этот вот туалет. Серьезно. Юми, как я его повезу? Это огромный туалет для кошек. Просто гигантский. Зачем? Это хороший, конечно, подарок кисе Алисе, но ты посмотри на его размеры. Кстати, тут есть туалет с верхним входом. Вот такой вот нужно купить кисе Алисе. Потому что у Софи есть манера залазить в кисе Алисе туалет через вот эту дверь и воровать ее какашки. Мне кажется, это очень крутая идея. Если у вас есть опыт использования такого туалета, расскажите. А этот туалет стоит 739 мексиканских долларов. Это вот столько примерно рублей. Юмичу, ты понимаешь, что нам придется это в багаж сдавать, чтобы повезти домой? Понимаешь, да? Спасибо. Юмичу, пойдем. Так, Юмичу явно прикасается к вот этим вот штукам. Что вообще это такое, Юми? Это что?
Это соус для собачьей еды, серьезно. 140 мексиканских песо. Смотри, кто пришел. Смотри, кто пришел. Такого у нас точно никогда не продается. Ароматизатор для собачьей еды, чтобы собаки ели. Это странно. Да, вот так вот, интересно. Подсаживая собаку на постоянный какой-то искусственный вкус, будет ли она потом вообще что-нибудь есть, я не знаю, если честно. Да, Юмичу, странный выбор, но окей, идем дальше. Пошли. Такс. Что это? Что это такое? Что нюхает Юмичу? Мексика твоя родина, есть здесь даже штат Чихуахуа, и ты вот здесь просто превращаешься в странное существо, да, Юми? Что это такое? Это огромная кость, она просто очень тяжелая. Просто капец какая тяжелая. Зачем тебе кость для сенбернара, Юмичу? Смотри, там есть поменьше косточки, есть поменьше, но она выбирает просто самую гигантскую костищу. Цена на эти кости 310 песо. Короче, Юмичу выбрала очень классный подарок для Софи. Думаю, Софи обрадуется. Это просто unreal размерчик. Можно всю жизнь Софи есть будет это. Для кисы Алисы Юми выбрала огромный туалет. Для Софи Юми выбрала огромную кость. Нормально. Продолжаем. Идем дальше. Юмичу, пойдем. Что еще ты выберешь? Что это такое, Юми? Юми, зачем тебе это? Что это? Это какая-то одежка, на нее тоже скидка. Ты молодец, Юмичу, ты все со скидками выбираешь у меня, да? Мне кажется, Юмичу, что она будет великовата кисе Алисе и вообще всем нам, но может быть разве что Софи. Цена на эти футболки 219 песо. Что это? А, там мешочки хранить вот эти вот, вот в такой вот милоте, просто посмотрите, какая милота, что ж такое, а это что, радужная игрушка в виде торта радужного, блин. Короче, тут есть вот такие вот классные банданки всякие, и вот такие вот нашивочки на одежду для собак. Ну что, Юми, идем дальше, да? Идем дальше, и, видимо, недалеко мы ушли. Так. Во-первых, Юмичу понюхала вот эту коробку с вот такими вот игрушками. Это гигантские, просто огромные бургеры и куски пиццы. Зачем они нам? Юми, они размером с тебя, ты понимаешь? Что этот бургер, он просто размером с тебя и этот кусок пиццы. Ты не сможешь этим играть. Ладно, хорошо, это на подарок какой-нибудь другой большой собаке. У нас какое-то все просто гигантское для великанов. Дальше Юмичу коснулась вот этой вот коробочки, скидочка опять. А это у нас что за банки такие? Это лакомство для собак. Энкрема де какахуате марка Кани Натс. Ага, понятно. Типа арахисовой пасты для собак. Юмичу, Юми потрогала там еще что-то. Я не успеваю, Юми, подожди. Ждать. Это... Реально разные вкусы. Арахисовый, видите, вот здесь вот нарисован арахис. В Америке и в Мексике очень любят арахисовой пастой кормить животных. И они еще и с разными вкусами, и разных цветов. Затем Юмичу потрогала вот эту вот странную игрушку. Она очень необычная. Это игрушка, но она для гигантской опять собаки. И очень вкусно пахнет. В общем, она стоит 249 песо. Ладно, а потом Юмичу... Потрогала еще вот здесь, вот что-то, вот какую-то вот такую игрушечку. Это ты, видимо, для кисы Алисы взяла, да? Кись моя зайка, такая вот рыбонька. И вот так к этим мышкам прикоснулась тоже. Окей, давайте выберем мышку для кисы Алисы. Мне кажется, оранжевая вот эта прикольная очень. Возьмем рыбку и мышку, да? Молодец, классные подарки из отпуска, Юми. Эти кошачьи игрушки стоят по 200 песо каждая, а peanut butter, то есть вот эта арахисовая собачья паста, стоит 370 песо. Что Юми делает? Юми! Кредитная карта Альфа-банка. Бесплатная навсегда. Сама летит к вам. Моментальная доставка в любую точку России и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах. А, ты знакомишься, да? Юмичу знакомится с щенком. Кли, он очень хочет играть. Корзинка наша наполняется достаточно быстро. Ну что ж, Юмичу, ой, прости. Пойдем дальше? Пойдем. Что еще ты хочешь купить в этом магазине?
Так, Юми прикоснулась вот к этой игрушке. Что это за игрушка? Юми, что за выбор размеров? Это что такое? Вот такой вот классный игрух. Вот здесь у него шуршалки. Вот такие вот длинные руки шуршалки. Это, видимо, чтобы перетягивание играть с большой собакой. И он очень смешной и смешно пищит. Стоит 299 песо. Эта фирма очень прикольная. У них очень прикольные игрушки. Вот такой вот огромный единорог. Вот такие вот тапочки, шуршалки, чтобы собака, щенок не грыз тапочки, а игрался тапочками вот такими в виде кроликов. Вот такие вот шляпы. Играть в перетягивание с собакой, тоже шуршащие, а вот здесь внутри мячик и пищалка. Это очень смешно. Это, кстати, у них же вот эти вот смешные торты. Короче, прикольные чуваки. В отделе одежды только что Юмичу дотронулась. Господи, хорошо, что она не дотронулась до вот этих огромных канатов. Дотронулась до вот этой вот странной одежки. XL норм, да? XL и L. Это пижама для собак. Пижама. Здесь вот даже есть дырочка для поводочка, видимо. Это вот такая вот футболочка, очень смешная. А под ней штанишки, да? А, это вот такой вот реально костюмчик пижамный для собаки. Для очень большой собаки. У нас нет таких собак, Юмичу. Почему? Зачем? Ладно. Этот костюм стоит 349 мексиканских песо. За 399, смотрите еще. Это косуха. Она очень классно выглядит. Просто косуха для собаки. Косуха. Вот такой вот рюкзачок для собачки. Собачка может быть модная, носить рюкзачок. А еще есть вот такой рюкзачок. Ну, кстати, вот этот рюкзачок прикольный. Мне кажется, Юми бы могла носить, но он великоват для нее. Был бы чуть-чуть поменьше размерчик. Очень прикольные штуки, класс. Ребята, я сейчас увидела такое, что вы просто с ума сойдете, если я вам это покажу. Короче, ставьте лайк, набираем много лайков, вам нужен обзор этого магазина. Тут просто вообще бомбические вещи встречаются. У нас уже полная корзина. Надеюсь, Юми не выберет еще какой-нибудь странный товар. Самое интересное, что в отделе кормов она просто вообще ничего не нюхает, ни к одной из упаковок не прикоснулась. Вот так вот, да, интересно. Мы все идем и идем, торговые ряды все не кончаются. Вау! Это рыба, петушок. Все остальные спокойные, а этот прям ух какой агрессивный чувак. Это ребята, которые находятся, либо они ждут груминга своего, вот здесь груминг-салон, в котором тут же стригут всех, чистят, моют и так далее. Либо они из адопсион, это как адопшн, то есть усыновление, удочерение. То есть этих песиков можно забрать домой, например. То есть я не совсем понимаю, к какому отделу они сейчас относятся. У них тут игрушки лежат всякие. То есть либо это груминг, либо они из приюта. Какие псы хорошие! Так, только что Юмичу, Юми, у тебя что? У тебя реально развился в этом магазине гигантизм. Просто что это такое? Зачем? Корги кола, это корги кола за 429 песо. Блин, какие прикольные игрушки. Мне так нравится вот эта фирма. У них очень классные игрушки. Junky Food Dogs. Она взяла вот такую вот бутылку кока-колы, которая размером с мячом. Юми, ты с ней спать будешь или что? Что ты будешь с ней делать? Зачем она тебе? Окей, ладно, мы продолжаем пополнять нашу корзину. Эта гигантская кола стоит 369 песо. Кроме бутылок с кока-колой, у этих ребят тут еще вот такой вот отдел, вот так просто игрух. Это очень прикольные игрушки, вот такое вот яйцо, молоко с каким-то снеком, какая-то чашка еще с чем-то, еще бургер. Короче, очень прикольные у них игрухи. А это такой мяч в упаковке типа из-под сока. Сковородка типа с яйцом. Вот такой вот наборчик. Это выглядит очень мило. Это что там такое? Это сосиски. Это все для очень больших собак, но выглядит очень прикольно. Просто такие приколюхи. Тут еще с этой стороны есть. Вообще класс. Просто цокс. Ну, короче, очень прикольные игрушки. Это типа газета вот такая вот. С мячом внутри.
Классные игрухи, классные. Я взяла Юмичу на руки, чтобы она пока что за это время ни к чему не прикоснулась. Но, ребята, магазин действительно гигантский, огромный, очень много всего прикольного. Хочется все вам показать и рассказать, но на это уйдет реально целый день. Мне кажется, здесь можно ходить. Вот, например, travel отдел для собак. И я тут заметила такую вот прикольную штуку. Во-первых, это аптечка для больших собак, которые помогают людям. То есть на них надевается вот такая штука, и там аптечка первой помощи для людей. А еще тут очень прикольная есть вещь, вот такая вот миска-непроливайка. То есть если вы едете в машине, чтобы вода не разливалась, чтобы попоить собаку в машине, которая едет, и вода не облила салон. Это очень прикольная штука. Очень много всего классного, очень хочется все это купить, попробовать, поразглядывать, поиспользовать. Просто вообще... Капец. Мне кажется, это зашла какая-то собака с улицы, которая ничья. Просто зашла в зоомагазин. Класс. Юми, только не смей перемечивать его. Только не смей его перемечивать. Иди сюда. Давай лучше выбирай дальше, что ты хочешь. Он почувствовал гигантскую кость просто в этой корзине. И сейчас ее утащит, мне кажется. Пес просто реально гуляет по магазину. А что происходит? Юмичу, ты чё? Ты хочешь это? Нет, Юми, не надо. Зачем нам это? Юми? Окей. Здесь две вот таких вот игрухи. Это какая-то... Это штука, чтобы кидать мяч. То есть ты вот так вот ее держишь и бросаешь мяч. Юмичу, зачем ты это выбрала? Окей, ладно. И еще какой-то огромный пулемет. Это вот такая вот пушка, которая выстреливает мячами. Вот так вот она выглядит. Тут вот этот мяч, которым, видимо, надо стрелять. И... Да. Это просто очень эпичная штука. Это просто самое безумное видео из всех про покупку у собаки всего, к чему она прикоснется в зоомагазине. Это безумнейшее из всех видео, которые мы снимали в своей жизни. Пистолет стоит 579, эта игруха стоит 599. Ну что ж, мы обошли практически весь магазин. И Юми очень ко многому не прикасалась. Но то, к чему она прикоснулась, я отнесла на кассу. Сейчас мы пойдем платить и посмотрим, сколько же там денег. Пишите в комментариях свои варианты ответов, сколько мы потратили в рублях. И сейчас мы узнаем эту сумму. Окей, мы оплачиваем наши покупки. Сейчас посмотрим, сколько нам посчитали все. Вот он чек твой, Юмичу, ты видела? 4669. Посмотри, Юмичу. 17 тысяч рублей. Юмичу потратила на подарки из отпуска. Вот такая вот сумма вышла у нас. Это капец просто. Ставьте обязательно лайк на это видео, если вы хотите полный обзор этого гигантского зоомагазина. А также обязательно пишите в комментариях, догадались вы или нет о сумме, правильно ли вы угадали. Подписывайтесь на канал, увидимся скоро в новых видео.